Всем привет, ребят. Ну что, будем сегодня с вами пробовать бить опять смотрителя. Я в прошлый раз думал, что я буду его бить неделю, как обычно. И в итоге с обновлением у меня он вообще вылетел, как и в принципе, наверное, куча локаций, которые хочется нормально показать, пофармить. Вечно то ли обнова, то ли еще какая-то фигня. И просто тупо не хватает времени. Это мобильная игра, в которую, по сути, надо сидеть по пару часов в день, залипать, чтобы зафармить какую-то локацию. И они все их добавляют, добавляют, добавляют. Это просто жесть. Кстати, на английском сервере у нас до сих пор не ввели локацию новую, линию обороны, ее до сих пор нет. Сенсация какая-то. Шарик ввели, то не ввели, там ввели, то не ввели. В общем, трэш полный, короче. Я так понял, у нас ведут вместе с АЭСом все. Так, окей, поехали. В прошлый раз мы били его другим составом. Я хочу сегодня попробовать вот такой вот состав с лисичкой. Единственное, сейчас некоторых героев переделаю. Попробуем вариант с выживанием. Поставить героя выживание, то есть на героев залепить. По максимуму выживания, отражалка. Не знаю, сколько у меня какого выживания. Десятка есть, отлично. Ну, я не буду лепить там девятка, десятка, но по сути роли ну, не сыграет никакой. Так, наверное, сюда мы какого-то другого питомца кинем. Делаем вот так. Так, собран. Есть. Дальше у нас кто там еще? Бардик. Тоже странно, но его сливается с Верой. Попробуем тоже выживание. Давайте вот такой вот у нас бард будет. Так, дальше кто там у нас? Зефир. Дополнительно поставим. Тоже сливается, то есть тот игнорирует полностью все. А, есть. Зефир собран. Дальше у нас Фрея. Пусть будет с этим питомцем. Так, кого мы еще? И у нас остался Гаргул. Так, ну вроде как бы я всех собрал. Сейчас проверю еще разу. А, еще Хрона. Можно было бы, в принципе, попробовать Бигфута поставить как вариант. Ладно, пусть будет Хрон. Так, этот собран. Еще Хранитель и... Так, Гаргул. Там Гаргула ищем. Так, Гаргул у нас тоже собран. Интересно посмотреть, смогут ли они выжить в такой сборке или нет. Так, по-моему, это еще. Все, вроде всех собрал. Вот такой вот состав, ну, с отражалками частично, с увеличенной жизнью. Попробуем. Его немножко изменили от осмотра. То есть он призывает уже приспешников, которые получают один урон, то есть одну единичку, неплохой, скажем так, вариант. Плюс наносят, когда погибают, снимают все бафы. Так. 60 тысяч, ну и куча иммунитетов, поехали, попробуем. Не знаю, что с этого получится, хотя, в принципе, я знаю, мы сейчас сольемся нафиг. Первых же тычек. Минус Фрея. Увидите, плюс Бардика в данном случае, то, что Бард офигенно хилит. Он превращает урон, плюс дает дополнительно рез. Вот это однозначно плюс. Смотрим. Неужто нам повезло?
И он сейчас будет по кулдауну нас бить. Но я в этом сомневаюсь, что мы выживем долго, но смотрим. Фрея у нас уже один раз сдохла. Тащим, ребята, мы тащим. Неплохо, я вам скажу. Держится, по крайней мере, пока что. Минуснули у нас Зефира. Ну, бардик опять, видите. Вот плюс барда, то что... В данном случае, если у нас там кто-то дерево и седна, они же, по-моему, зеленой фракции, то он серый, то он хотя бы ресает героя. Это однозначно плюс. Ну и, конечно, самый основной плюс — это супер питомцы, которые реально и отхиливают, и спасают, и дают уклонение. Думаю, они вряд ли нас эти уклоны спасают особо. Так, Фрей все-таки минуснули у нас. Но, по крайней мере, мы 2 минуты против него уже продержались. Однозначно плюс. Неплохо, мне нравится этот состав. Может, на Фрею надо огненку. Или на Сатрю не спасает. Ну, лисичку сейчас должен у нас бард еще раз резнуть. В принципе, если бы мы били таким составом, то я думаю, мы бы в топ вышли. Попробуем в следующий раз, через месяц. Так, все, остался у нас один лис. Не достояли мы немножко, чуть-чуть нам не хватило до того, чтобы достоять 3 минуты. Вон они, мелкие приспешники. Мы их спалили, ребята. Ну, шанс довольно-таки неплохой. Еще есть такие герои интересные здесь. Но все остальные, ну, вариант — это Бигфут, который себя еще подхиливает. Я бы, наверное, не менял его ни на кого. Но он пробивает все. Поехали. Дополнительная попытка, 350, офигеть. Сразу же Фрейм мотанул. Ну, походу, тот же самый вариант у нас наклевывается. Я не помню, правда, что у меня там на Фрейе пиромах, по-моему, стоит. На Фрейе 30-й прорыв, видите, демон дамажит довольно-таки жестко. Ну, бардик реально здесь тащит. Да и лисичка, в принципе, неплохо. Можно, как вариант, пробовать и космо. Но лис тоже хорош. О, все, барда слили. Сливаем воду, ребята. Не знаю, вряд ли мы успеем. А, скорее всего, нас сейчас просто развалят. Чуть-чуть не хватило нам, чтобы на следующий левел перейти. Хотя шанс есть, но я сомневаюсь, что мы сейчас выстоим. 3 минуты, но все может быть. Давайте тащите. Видите, меньше народа, больше кислорода. Втроем продержались, красавчики. Поехали этим же составом, попробуем следующего. Наверное, уже понабивали, ребята. 11 понабивали. Задроты. Фрея просто улетает сразу. Посмотрите, минус Фрея. Сразу же минус 0. Может,
кого-то другого, в следующий раз попробуем вместо Фрей. Может, завтра попробуем следующий состав. Беру Фрей, поставлю того же самого Бигфута. Как вариант. Еще есть одна задумка на завтра по поводу расстановочки. Так, слили Гаргула. Если слили Гаргула, значит сливайте воду. Тут хила у вас особо не будет. Но есть Барт опять же. Барт реально здесь тащит, смотрите. С Бардиком, конечно, однозначно плюс. Держится, смотрите, 5 держится, может таким вариантом тоже, в принципе, я не знаю, ли мы до половины дойдем, но опять же, Фрейя, видите, сливная очень, надо будет попробовать ее поменять на какого-то. Гаргула опять не уснули. По крайней мере, как вариант выживания заходит очень даже неплохо, я вам скажу. Можно с ним пробовать. Так, Барт и Лис. Что это было? Это было непонятно что. Все, все-таки нас додамажили. Неплохо, я считаю. В общем, пишите комменты, что вы думаете, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Будем тестировать завтра немножко другой вариант. Всем удачи, всем пока.